Всем привет, с вами я Кексик и Анна Голд, всем привет! Ух ты, какая же красивая упаковочка! Ну-ка, надо посмотреть поближе. Так, это у нас сайт Алмазик, обожаю сайт Алмазик. Такие здесь няшные наклеечки, различные животные, зайка, котейка, еще какие-то животные. Анюта, давай скорее откроем этот сюрприз! Итак, приступим к распаковке нашего классного сюрприза. Так, посмотрим, где он тут у нас открывается. И выставляем наши сюрпризы. Ух ты! Здесь их очень-очень много. Так, смотрим, какие у нас сюрпризы здесь есть. Так, здесь у нас есть несколько объемных и плоских. Так, Кексик, выбираешь? Обязательно, я обожаю выбирать сюрпризы. Тут все белые пакетики. Не знаю даже, какой бы мне и выбрать. Так, наверное, выберу. Ну-ка, надо посмотреть. Выберу, наверное. Вот этот. Так, давай посмотрим, что Кексик у нас выбрал. Наклеечку. Так, вот такая у нас классная наклеечка. Это у нас, видимо, какая-то вкусняшка. Это у нас, кстати, американская вкусняшка, ребята. У нас бантик, это, видимо, у нас девочка. Девочка-сладкоежка. Так, давайте посмотрим вот этот. Какой-то коктейльчик. Видимо, с какими-то ягодками. Здесь у нас как раз апельсинчик. Такой тоже кавайный. Здесь у нас, видимо, все кавайные наклеечки будут. Но точнее, я не знаю. Так, давайте посмотрим вот этот. Смотрите, какой няшный котеечка. Кота мороженое. Кто любит мороженку, напишите в комментариях, какой именно вкус. Такой милый котейка. Беленький такой. А это у нас Мишка, который кушает радужное мороженое. Такие у них прикольные глазки. Столько бликов. Так, ладно, кексик выбирать теперь. Так, хочу выбрать что-нибудь объемное или же не объемное. Так, давайте посмотрим. Вот это хочу. А потом объемное будем выбирать. Ладно, хорошо. Так, и здесь у нас попалась соцсеть. Уже не вкусняшечки, а соцсеть. Ну, в принципе, это тоже не вкусняшечка. Соцсеть Инстаграм. Кто у нас любит сидеть в Инстаграмчике? Конечно же, я и Кексик. Да, там же столько всяких красных фотографий. И я тоже люблю фоткаться. Люблю. Вот, ребята, у меня тоже, кстати, есть Инстаграмчик. Вот здесь вот я напишу. Анна Голд официал называется. Обязательно подписывайтесь, ставьте свои сердечки, лайкосики. Вот, я буду отвечать на ваши комментарии. Я обычно устраиваю там различные опросы. И даже бывают мини-конкурсы. Да-да, именно мини-конкурсы на лайки и комментарии от меня. Так что скорее подписывайтесь. Я вас там жду. Так, выбираем. Так, давай я вот это возьму. Объемный сюрприз. Это у нас только плоские и плоские. Это у нас такой вот тортик слоеный. Здесь у нас шоколад такой. Глиттерный, кстати, шоколад, как у меня ногти. И здесь еще две такие клубнички розового цвета. Ой, ну зачем такую вкуснятинку-то заказывать? Я же ее хочу сейчас прям вот съесть. Ммм, шоколад-то какой вкусненький. Потом возьму и скушаю вот. Так, давай еще посмотрим. Так, у нас какая-то здесь большая наклеечка, если огромный пакетик. Здесь у нас было одно какое-то мороженое, то есть один котейка, а здесь целых три котейки, что было супер няшно. Желтый котейка, зеленый и фиолетовый. Так, нужно как-нибудь разложить эти наклеечки, чтобы всем было видно. Так, вот наши наклеечки. Так, Кексик, выбирай. Так, иду выбирать. Так, я выбираю вон тот. Так, давай посмотрим. Здесь у нас космическое мороженое. Здесь у нас прям кота мороженое и обычное космическое мороженое. Но у нас тоже все в глиттере. Такое вообще классное. Такое вот мороженое. Мороженое, да еще и космическое. Вообще супер. Так, пока сюда положу. И последний пакет, наверное. Тогда посмотрим. Это у нас единорожный тортик. Unicorn cake. По-английски будет.
Вот такой вот Rainbow Unicorn Cake. Такой красивый. Так, вот эти вот мои самые-самые любимые стикеры. Какие вам больше всего понравились? Напишите обязательно об этом в комментариях. Так, а что, все уже, все сюрпризы закончились? Да, вы все. Ой, а я бы распаковывала всю ночь. Но я понимаю, что надо спать. Ладно, всем пока, ребята, с вами была Кексик и Анна Голд. Всем пока. Такие все няшные сюрпризы. Так, ну это я скушаю. Это я пока... Ой, давай помогу. Да. Так, а вот куда бы мне их все сложить? Нужно бы придумать. У меня уж такая коллекция и подушечек, и наклеечек. Ой, у меня их так много. Да, как и у меня. Так, вот, держи. Ой, я же ничего не вижу. Да. Давай вот это помогу тебе нести. Хорошо. Пока, ребята. Всех люблю. Подписывайтесь. Ой, вот так. Подписывайтесь на Нютин инстаграм. Она Голд Официал. Всех люблю. Ой. Ой. Мои наклеечки.